Значит, Паш, привет. Значит, смотри, вот это твой распылитель. Вот он, твой распылитель. Вот, видишь? Вот его форма иглы. Видишь, какая таким переходом. И это подфорсунки 504, евро-4. А вот распылитель, смотри, который должен у тебя стоять. 133, видишь? Вот с таким носиком. Видишь, какой у тебя носик? Такой переход, видишь? Вот. А вот какой здесь, видишь, прямой, можно сказать. То есть нема этого резкого выпада вот этого, видишь? Вот твой, а вот который родной должен у тебя стоять. То есть у тебя стояли распылители, стоят с 504 форсунки. А надо, чтобы стояли 30, 130, это 135 ПБД. А это L133 ПБД. Вот с такими ножками. То есть я нашел, что в форсунках у тебя не родные иголки. Видишь, здесь кончик какой? Видишь? Здесь такой кончик, а здесь такой кончик. Видишь? То есть они не взаимозаменяемые. Это две разные запчасти. Две разные иглы. Еще раз, видишь, разные иглы. Соответственно, разные распылители. Здесь у нас 7 сопел, здесь у нас 6 сопел. Вот такая вот история. Так что так,